Центральный пляж в Дагомысе считается одним из лучших в Лазаревском районе. Здесь уже проведен первый этап реконструкции. На берегу оборудовали современные зоны отдыха, точки питания, детские и спортивные площадки. И сейчас арендатор приступил к наведению порядка в другой части пляжа, который был, как принято говорить, в Сочи диким. И вот фрагмент разговора главы Сочи Алексея Копайгородского с представителем арендатора пляжной территории. До уже упора на железнодорожный переход у вас уже будет вот эта вся общая территория. Да. Открытие 1 июня. 1 июня. Материал закупили, весь все? Все в наличии, все есть, специалисты есть. Сейчас подрыв брусчатки идет, коммуникации. Чистое море, хорошие объекты, поэтому задача, чтобы было максимально хорошо, комфортно, светло, уютно. Ну и немаловажно еще афиша мероприятий, то, что мы говорили. В этом году на всех пляжах будет афиша, культурно-развлекательные спортивные события, которые будут происходить утром, в обед и вечером обязательно, поэтому люди могли спокойно в формате отдыхать. Глава города также дал поручение арендатору обеспечить безопасность отдыхающих. На пляже должно быть несколько постов охраны. Должно работать и круглосуточное видеонаблюдение. Обсудили и итоги отопительного сезона. По словам руководства предприятия «Сочи Теплоэнерго», он прошел без аварий и отключений. Сейчас в центральном районе приостановили работу трех котельных – 14-й, 2-й и 3-й. Там уже идет плановый профилактический ремонт. По графику эти работы проведут на всех теплоузлах города. А о том, где планируют провести модернизацию, мэру рассказал генеральный директор муниципального предприятия «Сочи Теплоэнерго» Александр Мацкиев. Модернизация продолжится. Будут в Лазаревском районе несколько котельных переводиться на природный газ. В Хойсинском районе две котельные будут переводиться с мазута на жижный углеводородный газ. А также будет проводиться модернизация котельных на увеличение мощности в связи с подключением новых потребителей. Сети будут меняться по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Попало в программу 12 километров сетей. Сейчас подготавливаются графики. Глава города отметил, что весь жилищно-коммунальный комплекс курорта нужно начинать готовить к предстоящему отопительному сезону уже сейчас. Поэтому все процессы вместе с Ростехнадзором по Краснодарскому краю отработать все задачи, все поручения по линии теплоснабжения, водоснабжения, все, что связано с полностью жилищно-коммунальным комплексом. Ну, естественно, сделать так, чтобы все, что мы поставили, все задачи перед собой по улучшению инфраструктуры наших тепловодохозяйств, они были выполнены и обеспечены на самом высоком уровне. Так, только по инвестиционной программе «Сочи водоканала» по развитию и модернизации центральных сетей холодного водоснабжения и водоотведения за 5 лет планируют реализовать 136 мероприятий на общую сумму более чем 6 миллиардов 202 миллиона рублей.